Да что там происходит-то? Ничего хорошего. Хватаем пушки и выдвигаемся. Уже пора, да? Да, бери снарягу. Защищаю вход. Будет трудно вести счет. У меня плохо с цифрами. Локер! Двигай во двор! Живо! Уже иду! Лили со мной! Верти отправились предупредить другие поселения! Значит, все серьезно! По рации передали! Такой мультик! Так и еще не бывало! Я серьезно! Чего мы ждем? Пошли, заработаем по медальке. Мама ждет нас во дворе. Там сейчас жарко. Валим отсюда! Скорей! Ну и махина! Какого? Это рейнджер! Я знаю, кто это! Джейсон ему башку отгрыз! Бедный рейнджер Джерси. Медицина тут бессильна. Сейчас или никогда. Надеваю броню. Тогда давай побыстрее. Прогоним этих тварей обратно. Завидуешь, Лили? А то! Я стала бы самым юным рейнджером в истории, если бы не эта херня с нанотритами. Держитесь, скоро буду!
рассказывали про рейнджерскую броню. Врубай форсаж, когда он зарядится, и покроши врагов в капусту. Ого! Офигенно! Тетя Проули. Герой войны, рейнджер. Кумир для многих. Особенно для Лили. Растила меня после смерти родителей. Скажу вам прямо, это сержант, а не мамочка. Жду указаний! Иди сюда! Это броня Джерси. Джерси погиб, мэм. Кто напялил его броню, тот делает его работу. Это что за хрень? Впервые вижу такую махину. Тем проще целиться. Не может быть. Он же мертв. Генерал Кросс? Берите первое поколение! Всех остальных убить! Генерал Кросс. Большой злодей, глава правительства. Призрак прошлого, которым пугали непослушных детей вроде меня. Не знаю, бредит Проули или он правда жив. Знаю одно. Если жив, я эту беду поправлю. Сволочь! Назад! Это приказ, слышишь? Осторожно! Ковчега, ну, в целях экспериментов. Но для тебя сделаю исключение. По старой памяти, Рвина. Ведь именно твоя никчемность и сохранила мне когда-то жизнь. Так, попробуем тебя завести. Разряд! Стой! Подожди!
Ты что творишь? Я в сознании! Ты-то да. А твой новый костюмчик надо было встряхнуть. Значит, это все? Все, что осталось? Выживших пару десятков. Мы еще разбираем завалы. Я видела Проули. Генерал Кросс, он... Он ее убил. Убил мою мать. Не знаю как, но мы их остановим. Я своими руками сверну шею этому вечному мерзавцу. Если честно, я никогда не верила, что правительство вернется. Ну, они вернулись. И нам надо что-то делать. Мать знала, что делать. И рейнджеры тоже знали. Погоди-ка. Их файлы, их записи. Они хранятся на заставе. В главном штабе рейнджеров? Ты совсем? Туда можно только рейнджерам. Лили, послушай. Я последний рейнджер. Охренеть. А ведь правда.